ОДКБ не просто бутафорская организация, она еще и вредительская организация. Она вредит Армении, национальным интересам Армении своим уставом. В 2011 году в устав ОДКБ добавили пункты о том, что члены ОДКБ могут предоставлять свою территорию третьим странам для военной дислокации или военных перевозок только согласие ОДКБ, то бишь согласие России. Ясно, да, что Таджикистан не будет препятствовать каким-то перевозкам по территории России. И сейчас мы фактически не можем свою территорию в военном плане использовать без согласия России. Именно из-за этого пункта ОДКБ. То есть мы массу чего лишились, только на том основании, что взамен мы получим безопасность, взамен мы получим поддержку России, взамен на нас никто не нападет.